Доброе утро. У меня есть очень сильное чувство, что это будет одна из лучших недель моей жизни. И я хотела провести ее с вами. Чамбо! Ты как этот мем с девочкой. Ау! Сегодня утром у меня занятия по шахматам. И вечером я еду на концерт Taylor Swift. Я хочу сказать спасибо всем, кто булил меня за мою предыдущую кофемолку, потому что я купила профессиональную. You should see the places they play in the Soviet Union. Oh, I'm planning on it. Get past me first. I'm planning on that too. Я сейчас тренируюсь с fitstars.ru, потому что я хочу приоритизировать в бюджете занятия по теннису и шахматам, поэтому я оформила безлимитную подписку и сейчас тренируюсь по программе, разумеется, идеальные ягодицы. Вот у кого идеальные ягодицы. I'm the one that gets caught. Running away from what? Don't get me started on that. I'll take a rain check. I always get the fuzzy end of the lollipop. На FitStars более чем 1800 тренировок и 124 разных программ. У них есть также обучающие курсы на тему здоровья, питания, ухода за собой. Любой запрос, который вас интересует на тему здоровья и тела. Есть также растяжка, пилатес и рецепты с расчетом калорий. И моя личная любимая часть для человека, которому сложно даются домашние тренировки, потому что у меня все время столько возможностей отвлечься. Мне очень сложно сконцентрироваться, когда нет человека, который ведет тебя, когда нет тренера. Моя любимая часть — это тот факт, что ты просто включаешь и слушаешь тренера. То есть тебе не нужно ничего больше делать. Останавливать, переключать. Круговая тренировка, которая была сейчас, она длится 15 минут, и вот эти 15 минут я знаю, что я включена в программу. Все, что мне нужно делать, это повторять за тренером. Есть тренировки по 7 минут, 15 минут, как сейчас, 30 минут, то есть в абсолютно любой график можно включить тренировку. И только для моих подписчиков сейчас действует промокод Мари на 70% скидку на безлимитный доступ ко всему сайту всего за 6990 рублей. У них есть беспроцентная рассрочка, вы можете смотреть с любого устройства и сохранять свои любимые уроки в личном кабинете. И сейчас у них действует акция «Продли лето с FitStars». Купи подписку, тренируйся и забирай бесплатно термокружку или умные весы. И также вы станете участником розыгрыша путевки в Турцию. Акция действует с 1 по 31 августа. Тренировки засчитываются до 25 числа и не более 2 тренировок в день. И также каждый день с 1 по 31 августа они разыгрывают среди тренирующихся бьюти-боксы. Переходите по ссылке в описании к видео, все подробности на FitStars.ru. Добро пожаловать в мою теннис-эру. Я купила несколько нарядов, несколько юбок. Я купила в Lacoste комбинезон, который... Я не уверена, что он предназначен для корта, но он супер горячий. Сейчас покажу. Еще я купила парфюм, который я в детстве видела у своей мамы. Это Miu Miu, их классический аромат и Cos Body. Во-первых, это, считайте, моя машина будет. Я примерно в такой цвет буду оборачивать машину. О,
для человека, который теннисом хочет заниматься с прицелом, пока так себе. А еще я купила самую дорогую кружку, которую я когда-либо имела, но самую... У меня... Я просто... Для человека, который при любом удобном случае говорит, что он учился в 239. Мне все равно, я буду до конца жизни с гордостью об этом говорить. Это было самое сложное, что мне приходилось делать в своей жизни, поступать в 239. Вы видите это? Косинус. Синус. Если вы занимаетесь теннисом, пожалуйста, объясните мне этот комбинезон. У меня нет проблем с тем, чтобы так пойти на корт. Но это я. У меня мало с чем проблемы есть. She's got a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. В общем, могу ли я так на теннис пойти? Просто если я спрошу своего тренера, я знаю ответ. 2 hours later. It's this thing. If you approve, I'll be in that one next time. I approve. That's okay. Sick. That's taking it to the next level. Okay, cool. Ко мне сейчас приходит мой тренер по растяжке. Я не знаю, что я сейчас хотела сделать, я бы ничего не сделала. Это Алиса. Уже? Это Алиса. Мы занимаемся вместе растяжкой. Что такое камера и как на нее работает? Какое у нас сегодня занятие? Где-то, наверное, 15-е? И 15-е, или 16-е. Сегодня сядем на шпагат. Нет, ну подожди, пока. And so, like the consistency of work, Monday, get better. Tuesday, get better. Wednesday, get better, right? And you do that over a period of time, you know, not like 1 month or 2 months. I mean, it's 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years. And then you can get to where you want to go. But that's what everything, right? In life, people emulate the end result, not the process. The end result is what they see, and they emulate that. It's like, you know, these free throws. Before Kobe scored that 61, that day he was practicing. He practiced his whole life. Are you willing to put in that sort of commitment? Are you willing to practice the whole life? You know, Mayweather's running right now, probably. And dreams without goals are just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply. This all comes from Pastor Bernard. I just stole it. It sounds familiar. It sounds familiar. You must apply discipline. Discipline, come but on. More importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start. But without consistency, you'll never, never finish. Дарси, по размеру тебе? Я купила держатель для телефона, и я выбрала не самое очевидное место для того, чтобы он держался. У меня новое хобби — теннис. Я занималась раньше сквошем, но сквош — это 4 стены, одна из них стеклянная. Ты не знаешь, какой день, а здесь просто самый красивый корт, который я видела в своей жизни, самая красивая локация. Сегодня моя вторая тренировка. Идемте сама тренироваться. Я хотела поделиться с вами моей гениальной задумкой. Это сумка через плечо. И хоть это, да, подразумевает, что мои руки свободны, и я могу спокойно танцевать, все равно оно, во-первых, мне не очень нравится, как выглядит, и я не хочу, чтобы сумка все равно здесь болталась. Поэтому сумка превращается. Я хвостик, скорее всего, как-то завяжу, когда непосредственно поеду на концерт.
я его в карман положу. Тарам! Поясная сумка. Я с собой возьму много конфеток еще для горла, потому что у меня очень болело горло последние недели, я думаю, это из-за кондиционера. А я знаю, что я буду кричать. Я буду кричать весь вечер, все 3.5 часа, поэтому я с собой возьму конфетки и иду на концерт Тейлор Свифт! Я недавно узнала, что, оказывается, строчка песни «Cruel Summer» не «He looks so pretty like a devil», а «He looks so pretty like a devil». Балетки отсюда, юбка отсюда, и AMG топ, Chanel, Poison Drop, Gevorg тинт для губ. И мой билет за $1600. We can't make any promises now.